Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим крем для торта. Готовится крем очень быстро, просто, получается очень вкусный, прекрасно держит форму, подойдет для любых бисквитных тортов в качестве начинки или на десерт. Для приготовления понадобится всего 4 ингредиента. Это творожный сыр, сыр маскарпоне, сливки и сахарная пудра. Вместо маскарпоне можно использовать только творожный сыр, но я рекомендую приготовить именно по этому рецепту. Получается особенно вкусно, и консистенция крема получается очень хорошая, плотная и стабильная. В емкость с высокими краями выкладываем 500 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожного сыра. Добавляем 250 миллилитров жирных сливок и добавляем 120 грамм сахарной пудры. Сначала все недолго перемешиваем ложкой, чтобы сахарная пудра никуда не разлеталась. И затем включаем миксер и взбиваем все до однородной консистенции. У меня на взбивание уходит примерно 3-4 минуты. Сливки, маскарпоне и творожный сыр должны быть очень хорошо охлаждены. Емкость и венчики тоже можно предварительно поставить в холодильник, чтобы они были холодные. Сахар я не рекомендую использовать, так как он дает воду. Используйте сахарную пудру. Крем получается очень вкусный, он всегда выручает, подойдет для любых тортов, в начинку, в качестве наполнителя или на десерт. Всем желаю удачной выпечки, готовьте с удовольствием, пишите мне ваши комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.